Dio non avrebbe benedetto il mio viaggio. Sì, aveva ragione mio padre quando mi diceva che avrei avuto giorni e giorni per meditare sulle conseguenze della mia disobbedienza. Nessuno che possa aiutarmi!
un processus naturel. Alors, et encore, le matériau en fait pauvre et organique. Voilà donc qui ça commence avec, comment dire, des œuvres qui sont vivants, c'est-à-dire que la fleur en peut l'amener, donc il y a une grâce. Alors la fleur, en fait, ça change aussi de taille, parce qu'il y a la chaleur, et donc ça devient une sorte de, d'œuvre en fait aussi dangereuse, parce qu'on peut l'oublier. Et en fait, ça change aussi de taille, parce qu'on réchauffe aussi la, la fleur dans les terres. Интересно, это работает? Это можно играть? Нет, нет. Музыкальный инструмент. Это, наверное, мел. Инсталляцию поснимаю. Отчетливый запах кофе. Потому что это и есть кофе. Классно, когда инсталляция вкусно пахнет.
не думал, что можно Марселя Дюшана обскакать. Оказалось, можно. Муха и ватка. И все, писсуар отдыхает. Летающие шкафы. Черный квадрат в окружении голов нимф. И мудрецов.
есть в этом художнике что-то кабаковское. Я пока не могу понять, что. Ну вот он не любит он новые вещи совсем. Если у него шкафы, то шкафы обязательно летающие. Ну да, конечно, в некоторых пространствах эти шкафы были более эффектны однозначно. Здесь все-таки играет роль этот деревянный потолок. На котором, с моей точки зрения, эти шкафы немножко теряются. Вот. Если бы потолок был белым, они бы ярче смотрелись. Ну или меня сбивает с толку такая вот эстетика старых вещей. Здесь, конечно же, сильное влияние минимализма. Это очень странный минимализм, это гибрид минимализма и арт-повара. Надпись на стенке была, точнее, цитата из его интервью. Я всегда переживаю, как бы не повторяться. Как бы вот я себя сам не повторил. Очень интересно.
Сверху на салфеточке он вряд ли сможет повторить. А тут плохо напечатан текст очень. Ай-яй-яй.
еще центровая тема – это огонь, стихия огня. Поэтому уголь, поэтому древесина, поэтому вот следы обожженные. Но если это концептуализм, то это концептуализм не Кошута, а скорее Соло Леви. Вот я подошел к этой работе, чтобы еще раз на нее посмотреть, и тут оказался такой жесткий провтык. У них не хватило этих рулончиков, чтобы заполнить проем полностью, и вот там остается еще зазор. Вот даже в таких институциях бывают проблемы воссоздать работу, сайт специфическую. На видео не видно, но на этих руках нанесены рисунки, типа татуировок. Нет, я думаю, что это искусство этого пространства.